Затянув пуанты, юные воспитанницы экспрессии ждут начала занятий. Даже на каникулах дать волю лени девочкам нельзя. В апреле и в мае предстоят новые конкурсы и фестивали. А значит, нужно быть готовыми к тому, чтобы достойно выступить на сцене и оправдать звание своего ансамбля – образцово-хореографического. Я хожу лично уже 10 лет, и у нас очень разноплановый коллектив. То есть в нашем коллективе присутствует очень много направлений, начиная от классического танца, заканчивая народным и эстрадным, современным. Всегда занимаем лауреатов, привозим грамоты и дипломы с разных конкурсов. Всегда, когда мы танцуем на сцене, каждый танцор танцует достойно, и он знает, что он должен показать в этом танце. Всего неделю назад «Экспрессия» вернулась с фестиваля хореографического искусства «Терпсихора». Продемонстрировать таланты на конкурс прибыли почти 100 коллективов со всего Дальнего Востока. Все танцы «Экспрессии» были по достоинству оценены жюри. Как итог, по 2 диплома лауреатов первой и второй степени. Более того, Виталину Касарину из «Уссурийска» жюри фестиваля наградила сертификатом на соискание премии президента. Конечно, премия, которая была вручена нашей солистке ансамбля, это заслуга всего ансамбля. Конечно же, Виталиночка, она очень большая трудяшка, и мы ею гордимся, и надеемся, что у нас будет много таких учеников. Сейчас в «Экспрессии» занимаются 140 учеников 16-й школы. Десятиклассница Виталина Касарина – одна из лучших воспитанниц Аллы Тузюк. Увлекается танцами Виталина 10 лет и после окончания школы планирует поступать в художественный институт Санкт-Петербурга или Хабаровска. О том, что именно ее заметит жюри фестиваля «Терпсихора» Сарийской экспрессии, не ожидала. Когда такое происходит, то очень приятно и очень неожиданно, потому что такой огромный конкурс, такое огромное число людей, когда называют твое имя, просто не знаешь, куда себя деть. Просто и восторг, и в то же время шок. Премию президента Виталина считает большей победой, чем призовое место. Денежное вознаграждение, которое полагается в этом случае, она планирует потратить на участие в фестивале международного уровня. А увидеть выступление «Экспрессии» жители Уссурийска смогут уже скоро. 30 апреля пройдет традиционный отчетный концерт ансамбля. Ольга Муравьева, Анна Маринец и Александр Анисимов. Телемикс.